Помню вас. Да будет свет. Привет, привет. Алмагуль, давай, ты покажи, где ты. Я дышу, у меня мурашки на выходе. Хорошо, Алмагуль. Вот она. Вот она. Вот. Привет, здравствуйте. Как дела? Хорошо, все, спасибо. Садись поудобнее, бери пакет или там подушку, куда будешь кричать, что будешь делать, потому что я так понял, у тебя сейчас капец там будет. Да, сейчас так, подушку, блин, надо бежать в другую комнату. Ну, беги в другую комнату. Сейчас, минуту. Я вас подключал, почему-то с вами у нас не получилось. Из команды, которая... Так, жена. Давайте сейчас с Алмагуль поработаю, и потом жена, посучитесь еще раз. Ладно, я вас подключу потом. Все готово. Все готово. Салфетки рядом, пакет? Так, не рядом. Теперь точно готово. Все, готово. А, теперь, в общем, закрывай глаза и дыши так же, как ты умеешь. Вдох через нос, выдох через рот. Просто дышим. Глубже. Через рот выдох. Вы можете все дышать. Народ, вы прям садитесь, вдох через нос, выдох через рот. Давайте, ну, дышите все. Привет, привет. Ага. Из сердца выдыхай боль. Помогу. Угу. Еще. Еще. Давай глубже вдох. Не, подушка, салфетки, ведро, чтобы выплевывать. Давай, давай. Выпускай боли сердца. Прям как будто нож, как будто воткнули туда. Вот так. В голос слегка. Не замыкай. Вот так. Вот так, молодец. Вот так хорошо, давай. Прям тут такой выход на выбор. Вчера дышала с нами на плотности. Выход. Крик. Зевота. Тошнота, рвота, понос. Головная боль. Прыщи лезут иногда. Мурашки идут. Дыши глубже, Алмагуль. Ну, как мама. Ну, это в голову чуть реви. Теперь из груди выдыхай вот отсюда. Молодец, еще. Угу, да, давай. Да.
Блин, не имеет, все не имеет сейчас. Давай, давай, плачет, я сказал. Еще. Друзья, вы тоже все дышите глубже. А он один вдох еще. Давай. Вот так, молодец. Еще. Давай, давай, давай. Еще. Давай. Каждый эфир ведутся люди, которые спрашивают, что здесь происходит, потому что выдыхай, я говорю. Там мы там, обиды свои выпускаем. Что здесь происходит? Мне самому разобраться, что происходит. Еще глубже. Начну не понять, сразу посмотрите видео в YouTube. Вот что. Он из груди прям выдыхает. Ты вот упираешься, все равно сопротивляешься. Ты расслабься, я за тебя. Расслабься, выдыхай все. Пусть все выходит. Ну, вот так хорошо. Еще. Ага, давай, давай. Сегодня смотрел видео «Нежелание жить». Да я не знаю, здорово, это супер вообще, Светлана. Выдыхай. Алмагуль, давай еще. Выпускай. Молодец. Не выходи, да. Ты похож на... Это и так сеанс. Ты... Выплакивай, выплакивай.
спине теперь. Из спины выдыхай. Давай. Руки свернула, да? Могу? А, да, ноги все свернуло. Руки покажи. Ага, а вторую? Раньше веник, да? А, тут. Ага. Опускай. Дыши глубже. Алмагуль, поплачь, а? Да, выходит много. Это сеанс на все действия, кто смотрит вас сейчас или только на Аллаху. Он действует на всех. Вы можете дышать глубоко, и будет то же самое, сколько в среднем длится сеанс. Почувствуйте себя пациент после. Потом, после потом хорошо. После эйфории какая-то. Все по-разному. Беру такого пуля, спасибо. Самому не получается. Чтобы не удалось это. Подействует. Если боль вас срегулирует, то будет эффект очень сильный. Ну, так хорошо. Вообще, знаете, это... Ты дыши меня, не слушай пока, просто дыши глубоко и выплакивай. В подростковый период, когда не было такого внимания со стороны женщин, как сейчас, да, и я прям еще не могу к этому привыкнуть, но это приятно, конечно, но вот тот опыт, который просто что там, типа там, короче, я был непопулярный, да, то есть там, это в подростковый период, и сейчас вот это вот опыт, который сейчас, вот его бы тогда, вот было бы круто. Спасибо. Человеку должно совсем плохо стать, он должен прокричаться, проплакаться, стареть легче. Он может выпускать все потихоньку. Сейчас, если вы сейчас комплименты не закидаете, я же красный буду весь. Он могу ли выплакивать? Еще вдох. Ты подписалась на Гива и очень рада. Я могу выпрыгнуть пивком. Сильно очень приятно мужчина. Спасибо. Жена эфир смотрит. Не очень тяжелая работа. Спасибо. Я зеваю, сильно зеваете.
Вы такая, что отпустила, чтобы руку покажи? А, отпустила уже. Живая? Да. А? Да. Возьми подушку, просто покричи, давай посмотрим, а? Смог? Или соседей боишься испугать? Нет, тебе легче уже, аж лицо другое. Не знаю, покричать. Ну ладно, тогда этот. Я поэтому говорю, людей все равно бить надо, да? Да. Чтобы морали. Смотри, как он орет. Я кричу только от боли, которую ты делаешь. Я понял. Блин, ну руки, ноги сводит. Страшно. До сих пор? Дыши. Сейчас вот отпустила, когда я дышала. Ладно. Вначале прям руки, лицо ужасно. Это я тебе еще раз повторюсь, да? Я не знаю кто, я не знаю за что. Но тебя колдуют, блядь, каждый день. Это вообще хрень какая-то. Как каждый день? У тебя слишком много, это понимаешь? Это ты, смотри, это ты, у меня сколько раз ты была? 1-2 раза была, да? Да. Потом на фестивале еще была, и еще сейчас у тебя выходит. Это прям до хера это. Ну вот, причем быть, это свежее, это где-то... Я не знаю, раньше, может быть, внимания не обращала, но вот после сеансов, после фестиваля, я прям чувствую, когда вот прям иногда днем, иногда под утро, в разное время суток, немеют руки страшные, иногда лицо. Просто сижу, ты, работаю. В общем, я не знаю. Ты лови меня в прямых эфирах, мы будем с тобой временами работать, потому что так нельзя. И как долго это будет продолжаться? Честно, я не знаю. Я тебе ответил, я не знаю. Это пока они там не успокоятся, это будет происходить. Для тех, кто не знает, я же везде про эмоциональные блоки говорю. Помимо эмоциональных блоков, за блоками есть еще, вот если вы глубже окунетесь, вот есть психология, это такой верхний слой, да, это мозг, там установки все. Потом под установками есть блоки. Блоки, которые телесные зажимы, там они психологические блоки, эмоциональные блоки. Потом в теле блоки организуются. Есть вещи, которые глубже, которые вот это, я часто говорю, это энергоинформационное воздействие на биополе человека. Да? Это когда негативная информация приходит к человеку. И для того, чтобы людям было проще понять, что я сейчас наговорил, это магия, вот, допустим. Или там порчу делаю, да, это вот если на уровень баба-гадала туда спускаться, или как-то, чтобы было просто понятно. Это влияние извне, которое влияет на людей. Вот и все. Вы можете просто сказать, что это эмоциональные блоки, если вы не верите в энергетическое воздействие. Вы можете сказать, что это блоки, и все. Пусть это будут блоки, пусть это будут там энергетические блоки, пусть будут, ну, пусть будут психосоматики, разницы нет. Но вот эти эффекты, когда руки выворачивают, когда ноги выворачивают, когда лицо немеет, вы не объясните это никак по-другому. Пусть блоки будут. Но у тебя кто-то, я тебе говорю, это прям воздействие, прям извини. Если конкретно тебя касаться, то это воздействие, ну, причем такое, оно достаточно сильное, чтобы... Интересно. Оно прям сильное. Это по 10-бальной шкале где-то на 6-ку, на такой, чуть-чуть выше среднего. Потому что бывает еще хуже, ты бы вообще офигела бы, если честно. Да. Бывает еще хуже. Проявления жесткие вообще. Человека вот так на мостик выгибает, у него с него течет пот, он не может ничего сделать, как паралич. Да? И он его всего трясет. Это происходит где-то 2 часа. Это жопа, это 10 баллов. Это ужасно. Все, что ниже, это охренеешь просто. Они готовы квартиры отписывать на тебя, лишь бы эта фигня остановилась. Ничего себе. Она, если началась, ее не остановишь, понимаешь? Я всего таких видел случаев 2 или 3. Я просто охренел. Он стоит на пятках и стоит на затылке. Вот так, да? И вот так вот. 2 часа. Да уж. Я никогда не так видел раньше. Да.
Я сам охреневаю каждый день, ты что? Я тебе говорю, я сам очень образованный. У меня 4 образования, и их надо как-то подавить, чтобы в это поверить. Но из-за того, что ты видишь это каждый день, ты в это начинаешь, ну, как-то верить. Да. А так все как-то, знаешь, отталкиваешь от себя, типа, неправда, неправда, но хоть почему-то это работает. Да, работает еще как. Ну, почему-то работает это же. Ты же, ну, то есть человек сам чувствует, что это есть. А как вообще можно защититься от этого? Защита это, ты можешь, это письма прощения опять. Да, ты должна прописать письмо прощения. Ты должна получить энергетическую защиту, это можно отдельно тоже получить. Но энергетическая защита, она тебе дает 5 минут лишних, чтобы добежать до туалета, да? То есть ты в том плане, что, ну, чтобы, короче, если у тебя даже будет защита, ты будешь там защищен Богом, там, я не знаю, энергией какой-то, там, каким-то человеком, да, энергией его, и если ты будешь впадать в негатив, в агрессию, в злость, в зависть, тебя в этот момент, понимаешь? Очень важно себя держать в состоянии любви и радости, и тогда ты будешь недосягаем. Пока ты в состоянии, вот допустим, 102 FM и 94 FM, да, это вот такая разница. Пока ты здесь, что тебе здесь на этом плане делают, вообще плевать, ты не будешь чувствовать даже. Как только ты негативишь, спускаешься сюда, все, что делали до этого, тебе сразу. Все понятно. Да, все. Поняла, да? Меньше надо. По состоянию сходится, да. Вот. Поэтому свое состояние очень важно держать в любви и радости. Поэтому прописываешь письма прощения, чтобы говно не поднималось, да, то есть ты его выписываешь, выкидываешь, и читаешь аффирмации ежедневно, новую информацию, которую ты накидываешь на себя. Ты можешь взять еще, как за правило, каждое утро танцевать. Допустим, ты берешь музыку, включаешь музыку с утра, 5 минут и танцуешь. Все. Найди музыку, которая тебя зажигает, только не надо там лирики, там классики какой-то. Она должна быть такая. И все, и танцуй. И я себе нашел шнура, и, короче, я под него чищу зубы, мне хорошо. Понятно. Спасибо большое. Вот. Пожалуйста. В марте. Так что... Не в марте, наверное. Это я сейчас график буду делать. Это сместится либо туда, вот на апрель конец, либо сюда. Не в марте, я сейчас поиграю. Хотел сакуру посмотреть, что-то не получится, кажется. Ну, найдем в любое время года. Сакуру найдем. Она зацветет. Ну, приеду, она в январе зацветет, да? Да. Вот. Так что я у себя держу, потому что там, оказывается, лететь через Корею, вот эту, в Японию там. И, может, в Японии еще либо на том, либо на обратном, либо там задержусь еще тоже. Там еще проведу. Нет, надо вначале в Японию, потом в Корею. Так, впечатление. А потом оттуда, да? Да, да, да. А, окей, хорошо, понял. Угу. Значит, на обратном пути задержусь. Да, 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 так лучше просто. И, ну, обычно все делятся впечатлениями и говорят, что лучше вначале посмотреть Японию. Хорошо. Так что ждем. Бегу. Спасибо. Все, приеду. Пожалуйста, ладно, давай. Угу. Пока-пока. Угу. До свидания. Пока. Ты классный такой, жизнерадостный. Макпал, это видимость, честно. Я сегодня умирал только весь день. И сейчас, ну, почему-то хорошо. То ли здесь давление другое, в Алмате что-то вообще умирало. А сейчас хорошо, да. Пари добро на всей земле. Я... Так. Стучитесь туда. Я сейчас в Усть-Хамане попал. Так, кто там? Ука, Нара. Okay. Попробуем. Я сейчас в Усть-Каменогорске, вот сейчас там жена рука. Угу. Здравствуйте. Я даже уважаю. Здравствуйте. Да, да. Здравствуйте. Ага. Сколько ты?
Что? С чем хотите поработать? С чем пришли, с чем хотите поработать? Да вообще, все, что накопилось, например, мне посоветовала Индира, я первый раз у вас в эфире. Угу. Ну, поработать над собой, то, что обид много, она говорит, что эмоциональная свобода будет. Ну, все, что накопилось. Ау. Мне от вас надо, чтобы вы просто дышали и доверяли, и все. Что бы ни происходило, просто не пугайтесь. И чтобы вас не отвлекали. Вот. Рядом подушка, салфетки должны быть, на всякий случай. Полотенце. Подушка, чтобы кричать, салфетки, да. Салфетки, чтобы плеваться. И телефон должен стоять так, чтобы руки не были заняты. Ну, как-то. Чтобы вы не вот так делали. Нет, нет, у меня он на столе. Все. Закрывайте глаза. Жена рожит, да? Да, да. Угу. Вдох через нос, выдох через рот. Просто дышите, нас не слушайте. Я чуть-чуть поговорю, а вы дышите глубоко. Вдох через нос. Через рот выдох. Дышите глубже. У вас какое-то поверхностное дыхание. Глубже дышите. Вот так. Еще раз выдох. Через рот выдохай. Рот откройте пошире на выдохе. Угу. Вот так. Вот. Хорошо. Еще. Еще глубже. Вот, пошел проход. Еще. Можно ли написать письмо прощения? Можно. Зайдите в YouTube, забейте письмо прощения и выйдет там ролик, который есть. Саша, привет, как дела? Уикенд я пока не знаю, честно. Я сейчас график буду составлять и посмотрю куда. Лапау зовут, Лапрау зовут, Чулькен зовут. Блин, я мечтал, когда начнется, чтобы звали во все города. Повывать, а у меня нету времени. Это не будет. Ну, голова болит, аж дышать. Смотрите, то, как вы дышите, вы так делаете, да? Если ты пишешь, что дышу и голова болит, аж дышать не хочется, перевожу на вдох. Живу и голова болит, аж жить не хочется. Вот он о чем. Михаил Андреев написал.
Поэтому выбираю жить. Я имя выбираю жить, прям проговариваю. Я не могу дышать, да? Я не могу жить. Я не хочу дышать, я не хочу жить. Вас объединение плохо слышно. Я не знаю, чем это связано. Ну и там расплачиваешь. Жена расплачивает. Ну, выплачиваешь. Уже готово. Да. Выплачиваешь. Молодец. Не имеют прохода. Жена расплачу, я. О, слегка, давай. Из печки не обидится и вытаскивает. За гифтом сделать не пузыря, по-моему. Руки не имеют. Ну, давай, ты что? Закрой глаза, не открывай. Холодно. Давай. Холодно. Холодно. Давай, выдохай, что холод. Выдыхай. Давай. Лицо не имеет. Давай. А руки? Руки, лицо не имеют. Ноги. Холодно. Давай.
Давай, давай, выпускай. Где ты там? Эфир подвис опять. Жанара, давай. Кто там? Лицо сильно Жанара, как немеет. дела? Лицо Ага. немеет. А руки? Руки опустили. Только лицо немеет сейчас. Сильно. Возьми полотенце, прикрой рот и прям кричи туда. Рот прикрой, прям кричи прям сильно. Выпускай, выпускай.
Да, выдыхай еще. Как дела? Нормально. Теперь все отпустила. Ну, все. Ага. Как Ноги себя не чувствуете? мели. Ноги отпустили уже то, что не мело. Легче стало. Ну, здорово. Кому комментировать? Семью не перепугали там? Перепугала. Перепугала себя. Тут уже смеются надо мной. Да. Легче стало, что-то. И тут прямо лицо проходит то, что немело. Оно тут сейчас. Поплачь, поплачь, давай. Все. Сейчас. На сегодня хватит, наверное. Напугаю еще больше всех. Ну ладно. Если что, завтра приходите, потому что завтра будет тренинг. Завтра тоже будет. Завтра будет 2 дня тренинг будет. В общем, Индире позвоните и приходите. Хорошо. Спасибо. Ладно, давай. До свидания. До свидания. До свидания. Так. В общем, кто тут спрашивал, что происходит там, что вы делали? Это, в общем, так. Это выход эмоциональных блоков. Это я помогаю людям высвобождать эмоциональные блоки из тела. Кто-то постучался и... Так, в общем, Венера, у вас тоже что-то с этим. Давайте еще раз Венеру попробую. Вы не можете принимать участие, потому что что-то с телефоном, у вас с настройками что-то, Венера. Туран, то-то. Что-то мы куда-то в комнату попали. Здрасте. Трумно, без докоста. Сейчас, подождите, здравствуйте. 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 Вы из какого города, как вас зовут, где вы находитесь? С Актюбинска мы. Актюбинск, хорошо. Запрос какой? Сейчас, телевизор отключу. Вы же слышите телевизор? Ага. Вы как можете помочь молодоженам? Можете как-то помочь? Запрос такой. Вы скажите, я женат где-то 8 лет, у нас детей нету пока. А врачи что говорят? Ну, врачи вроде все хорошо говорят. У меня и у жены тоже все. Анализ ее сдали мы везде. Давайте попробуем. Честно, я не знаю, это нужно блоки высвобождать уже не точно, и у вас, и с вами хорошо поработать, потому что у вас напряжения очень много. Да. Я не знаю, что у супруга, потому что я не вижу, а у вас напряжения очень много. Сейчас. Агрессии немного. Плохо слышно вообще? Мужчины вынесли. Так, сорвалось.
Давай 58-15 решайся. Это кто 58-15? Вот. И я не знаю, вы здесь или не здесь, кто спрашивал, что происходит. Знаете, каждый раз объясняю, сам себе не верю, да? В общем, человек дышит, я на него открываю энергетические частоты, он дышит, и у него эти блоки проявляются более... Там, где зажато, у него начинает болеть. То есть у него идет вибрация по всему телу, и там, где есть... блоки, то там энергия плохо проходит. И там начинается такое, знаете, стягивание какое-то, сдавливание. Вот. И мы вот это все высвобождаем. И люди, у которых блоков таких много, им вот становится плохо, они плачут, кричат, и эти блоки высвобождаются. То, что происходило с женщиной, у нее тоже было воздействие небольшое такое. И то, что с лица слезало, это слезание маски. Социальные – это то, что, это когда я хочу выглядеть для кого-то очень хорошо, да, то есть я типа хороший, и поэтому вот так. И из этого эта маска стягивания лица, то, что у меня не менее проходило, это вот из-за этого. Вы казахша знаешь. Я, в общем, казахша знаю очень плохо. Бытовой я могу еще как-то понять, но так, чтобы проводить сеансы, я нет. Если я нахожусь в казахскоязычной среде более 2 недель, я понимаю все дословно. Мен казах емес. Вот. У вас самого какая реакция во время данных сеансов? У меня, честно, я могу подключиться и считывать состояние того человека, который дышит. Вот. Но, ну и все. Эфир будет сохранен, этот эфир еще будет на Ютубе. Можете потом, если какой-то период пройдет времени, захотите еще раз посмотреть, он будет в YouTube доступен. Вот. Потому что эфир получился такой хороший, да, и поработали и с Усть-Каменогорском, и с Японией поработали. Самостоятельно можно делать под забитие также в YouTube прощение денег. Там выйдет мой ролик, можете его слушать, и под него тоже происходят такие же вещи. Просто под обычную музыку будете очень долго дышать. Или просто сами, когда будете дышать, у вас вряд ли получится. Это очень редкие люди могут это сделать. Самостоятельно, а вообще в целом самостоятельно бы не рекламировал. Но если для, с точки зрения экономии, то в принципе можно, да. Но сам, я сам, когда что-то ловлю такое, цепляю негатив, я иду к ученикам. Я иду к учителю, я иду к братишке, я очищусь там, потому что лучше эти вещи отдавать на аутсорс. А так как самостоятельно работать, я один раз потерял сознание, очнулся на полу, я не знаю, сколько валялся, и пошел лег спать. Поэтому желательно, чтобы кто-то был, кто за тобой наблюдает. Но я не думаю, что от этого можно прямо умереть, потому что без этого можно умереть, а от этого не умрешь. Не думаю, что прям так сильно опасно, потому что очень многие инфаркты, вот этот тромб сорвался, еще что-то, это из-за того, что были блокировки в теле. То есть это можно было продышать и выпустить, и этого бы не было. Просто люди не знают, куда идти, и не знают, что с этим делать. Потом часть скептиков, они в это не верят, да? Но... Да. У меня ноги немели и плакало, это нормально. Это хорошо, да, это... Блоки выходят, поэтому это здорово. Хотелось бы к вам попасть, но вы в Тарас не бываете. А Тарас находится от Алматы, по-моему, в 3 часах езды, поэтому я не думаю, что это прям какое-то там ограничение. Если бы было бы желание, вы бы приехали в Алмату и в Астану. А знаете, ко мне самый далекий человек, откуда приезжал, это вот из Японии приезжали специально, и приезжал человек из Амурской области, там понятно, ну, то есть, как они добирались, потому что это с 2 пересадками, оказывается, прямых рейсов нету, и они как-то через Москву, потом сюда, то есть, когда есть желание, еще можно попасть. Игорь, вы на прошлом сеансе со мной сказали, что на меня идет магическое воздействие. Подскажите, что мне теперь делать, идти снимать?
Ну, приходите ко мне с ними, конечно. Мы же, вы что думаете, мы тут играемся? А это же все с ним, это же снятие блоков воздействий. Поэтому мы же проработали. Я единственное, когда магическое воздействие, я не знаю, сколько раз его делали, да, то есть я не вижу. Я работаю до тех пор, пока не будет чисто. Вот когда чисто, я могу понять, а сколько еще осталось, я не знаю. Игорь, скажите, пожалуйста, позвоночник выше поясницы, начало грудного отдела будет месяц. Месяца три. Что это, когда болит поясница, я знаю, что направляет на счет материальное сознание расслабляется. Грудной отдел, вот там этот, это когда ты перекладываешь ответственность за свою жизнь на кого-то другого, и тогда идет вот эти зажимы. Вот, то есть, в Семеногорске я сейчас не принимаю индивидуально, будет тренинг, завтра будет идти два дня, поэтому в сторис есть у меня пост, можете в него провалиться, и там есть номер организатора, позвоните и запишитесь на тренинг, она скажет, когда и где будет. Завтра в 10 утра начало, в 6 вечера заканчивается, и так 2 дня будет. Когда снимаете магический блок, куда он уходит? В общем, куда уходит, это уходит в землю все. Вот, так. И так это все работает. Просто, знаете, проговаривать, что там магия, порча, там какие-то такие вещи, не очень, не комильфо, да? Люди не понимают многие, и для скептиков это еще лишнее подтверждение, что это шарлатан. Но когда ты... так, кто там еще? Венера, вы не можете присоединиться, потому что там какие-то настройки у вас. Не знаю почему. Скажите, пожалуйста, про то видео, где вы в горах, все выезжают летом, тоже хотелось бы. А там, где в горах, это было мероприятие, одно было специальное для КТК. Мы собирали людей, группу выезжали туда и там работали. А то, которое, вот, где фильм про меня снят, это специально я тоже брал группу для съемок. И это был фестиваль Форе. Вот. Это вот, и оттуда этот материал, и там его показывают. А специально группу я не вывозил на тренинг, ну, на природу. Я сомневаюсь, что тренинг получится, потому что, особенно если это, ну, где-то за границей или где-то в горах, я не знаю, какой уровень осознанности, надо, наверное, тогда тренинг сделать очень дорогой, чтобы люди не бухали там. То есть, потому что начинается какая-то такое. Это также нужно любить людей, чтобы помогать им высвобождать свой негатив. Честно говоря, я не знаю, вот я этому тренировался. Года два, наверное, я медитировал на людей, что я их всех люблю и принимаю. Но не знаю, мне казалось, что все бы хотели бы этим заниматься раньше. Когда я начал этим более увлекаться, то я понял, что никому это нафиг не надо. В чужом ковыряться. Так, просите ее и пожелаю удачу. Да, надо, пока не очень получается. Пиши письмо прощения, ты отпустишь. На озере Балсаш приезжайте летом. На фестивале ваш учитель женщина, можно ли где-то принять информацию, хочешь узнать ее поближе? А про моего учителя вы ничего не найдете и не узнаете ее ближе, потому что ее нет в интернете. Единственное, где она есть, это в моем фильме, который я ее прям уговаривал там сняться. Вот, и она от меня 2 дня бегала, вот, и я, в общем, ее прям взял, посадил на стул, сказал, вот, в общем, что-нибудь расскажи про меня, а то, ну, у нас сюжет летит, да, то есть я прям нанимал сценариста, который писал сценарий для этого фильма, и там было много, ну, часть фильма такая значительная была завязана на ней, что она обо мне рассказывает, поэтому... Да, как можно выйти из бесконечного круга неудач? Из бесконечного круга неудач можно выйти только тогда, когда ты этот круг прервешь. Прерывать этот круг очень сложно, потому что
это часть твоей безответственности за свою жизнь ты переложил в этот круг, ты переложил на людей, ты переложил ответственность за неудачи на кого-то, при этом ты не хочешь ничего делать, и поэтому этот круг, он будет осуществляться, и каждый раз он будет вертеться. Вот. Хорошо получилось. Фильм хороший получился. Это для меня до сих пор самая, наверное, дорогая съемка, которую я делал. Я до этого не делал. Я прям такую, знаете, значительную часть годового дохода туда по тем временам отдал за этот фильм, но он до сих пор работает, и, честно, он мне понравился. Подскажите, пожалуйста, сколько стоит индивидуальная сессия? Это, пожалуйста, в директе или в WhatsApp. Напишите, я вам там отвечу. Потому что не хочу, видите, этот отвечать. Стучайтесь время. Стучитесь. Стучите, и отворят вам. Олег, давай вместе пойдем. Приходите. Вообще, вот я бы рекомендовал приходить не на индивидуальные сессии, а приходить на тренинг. Индивидуально вы ничего не поймете, во-первых. Во-вторых, индивидуально надо приходить 2-3 сессии проходить. Я рекомендую, да, то есть я никогда не навязываю там. Тебе надо обязательно. Единственное, если у кого-то есть воздействие извне, то я говорю минимум 2 раза, потому что я не вижу все или не все, да. И второй раз он будет наполнение. Если есть еще, то еще. Если еще, то еще. То есть максимальное количество сеансов, которые у человека мне приходило, это где-то было около 20. Но там было совсем, там был полный адрес. А в среднем 1-2 сеанса вот так. Ну, где-то 3 кому-то надо. Но вообще рекомендую минимально 2. Вот. Поэтому будет тренинг в Астане 1-2 декабря. Придите туда, и там будет такой вот более... Это более понятно, это там есть, мы почистимся, мы наполнимся. Я вам дам инструменты для защиты, для наполнения, поэтому лучше там. А как часто нужно проходить? Нужно проходить каждый раз, когда ты чувствуешь, что у тебя началась депрессия, или когда тебе говорят, слушай, чувак, ты в депрессии, посвящение, да, нужно, это нужно посвятить. Пройти определенные вещи и потом уже учиться на практике. Я не теоретик, я вообще теорию очень... В ту теорию, которую дают в Ютубе или дают этот, я не совсем принимаю, потому что большую часть теории я не могу пощупать. И меня это немножко напрягает. Поэтому я больше на практике. Вот это работает, вот это нет. То есть и каждый человек под себя говорит, вот это у меня работает, а вот это не работает. Я под себя нашел определенные инструменты, которые у меня срабатывают, и ими работаю. Подскажите, пожалуйста, когда будет ближайший мастер-класс «Эмоциональная свобода» в Алматы? Вот этого я пока не знаю. Потому что меня организатор просит, да, я, честно, пока не сказал. До конца эфира осталось 26 секунд. Я сейчас его, он сейчас завершится. И потом мы опять подключимся. Давайте так. Те, кто смотрит, ставьте лайки, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии. Всех люблю. В общем, всем добра. Давайте. Пока-пока. Давайте, сейчас я вам.